Иваном. Да какую мышку она поймала? Да рыженькая моя серенькая, откуда она пришла к нам? Киса, киса, гляди какая, подходи ближе, посмотри. Вон она какая. Ну давайте, давайте, жалетчики, жалейте, мышку съела. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо совершенства. У ног моих свернулось... Какой? Спящий круг. Спящий круг. И греет электрической шерстью. Без кошки амба нашему амбару. Каюк-уюту в наших погребах. С мышами бой ведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Сегодня необыкновенно много сделали. Закончили. Понимаешь, это, ну, осталось только стянуть. Прибить и все, стянуть. Ну и завтра там что дальше еще засыпем. Заблокировали уже полностью. Шпалы две убрали, три убрали. Еще две уберем, останется, когда придет только бульдозер. Остается у меня тот пруд. Не решаюсь ничего, но не решусь. И выгородатель будет свободен, погрузить вот эти вот, все, что у нас есть, туда скинуть, и там вручную все перетаскать. Другого варианта не вижу. Вот так. Да кошенька моя, коша, да серенькая пришла. Посмотри, вот Господь же это дал ей так. Одна мышь может перепортить очень много. Вот сегодня мы на храмовом пруду были. Понимаешь, вот как положим, как была, как положим, тут была. Если завтра там еще остатки пошкурить, то мы предохранительную линию проведем со стороны пруда, когда будет идти, чтобы возвысить. У нас достаточно лесу. Мы вполне можем это сделать. Ну, завтра пойду просить Игоря или день отставить один, как можно больше настрогать. Три человека, чтобы на шкурение были. Ну, Катя-то что, из-за ней идти или придет? Ну, ей надо сказать, раз она... Сказать надо? Ну, скажи. Угу. Я там не бываю. Ознакомься всем. Скажи, что это бесплатно. Раз волонтер, это доброволец означает. Мы нигде не получаем. Полиция сейчас звонила. Сколько детей? Я ответил, 15. Я говорю, приехали племянники. Что, все ваши племянники? Я говорю, нет, не все. Все племянники соберутся, так у меня больше будет. У одной Вали семеро. У Дуси, кажется, пятеро. Даже 12. А дальше-то посмотреть. А у этих еще сколько? У Давыда. У Андрея. Это уже внучатные племянники. Так, ну и все, считай. Ты можешь еще покорми меня, отпусти, чтобы я ушел пораньше. Ладно.